Вот тут вот пророем себе подвальчик. Как раз таки здесь все камнем сделано, и будет все от моря охлаждаться. Вот так вот. Коля! Ой, здесь уже море. Чего? Ты что, пошел уже? Куда пошел? Никуда не пошел. А, так ты... Подожди, ты уходишь? Да никуда я не ухожу. Не уходишь? А почему не уходишь? А куда я должен уходить? Ну ладно. Ну ладно, не хочешь уходить, ну не уходи. Что говорить тогда? Ладно, все, пока. О, ничего не понял. Житель, ты там с кем разговариваешь, житель? Если ты не хочешь, чтобы эта страшная девочка пришла к тебе ночью и не начала тебя пугать, просто поставь лайк и подпишись на канал. Я тебе честно говорю, это все не шутки. Если ты не поставишь лайк и не подпишешься на канал, то она к тебе придет и будет пугать. Поэтому не бойся, ставь скорее лайк и подписывайся на канал. Да с тобой я разговариваю, с тобой! В смысле со мной? Я вообще только что вон подвал копал. А, ну, копай, да, я думал, ты уходишь, а ты не уходишь, ну ладно. В смысле, я с тобой не разговаривал, я копал подвал, житель, о чем ты говоришь? Да все, копай, значит, подвал, все, отстань. А, ну ладно, ребята, у жителей, мне кажется, жители, короче, перегрелись, жара стоит, ужас какая-то. Всем, кстати, привет, с вами я, Коля, так, надо факела взять. Так, факела, чтобы здесь было темно. Так, ой, темно, в смысле, светло, блин, ребята. А я сейчас не понял. Что там случилось-то? Так. Хулиган! Чё? А я сейчас не понял, ты что сделал? В смысле, что я сделал? Ты зачем мою кровать стырил? Житель, в смысле, какую кровать? Я вон копаю подвал. Ты чё вообще? Я знаешь что? Я сейчас возьму и твой дом могу уничтожить. А, за что, житель? За то, что ты украл мою кровать. Чё, попросить по-человечески не мог, что ли? Зачем ты кровать крадёшь? Да какую кровать? В смысле, блин, вот вы вдвоем стоите, жители. Чё я вам сделал? Вообще-то он собирается из деревни уходить. Он сказал, что покинет эту деревню навсегда. Да. Какой покинет? Он сказал, взял мою кровать без спроса. Я сейчас пойду его дом взорву. Да я ничего не понимаю. Вы можете мне поверить? Я копаю себе подвал. Хотите, я вам покажу? Кого ты копаешь? Ты сказал, что ты переезжаешь с этой деревни. Куда я переезжаю? Да откуда я знаю? Ты сам мне сказал. Подошел, сказал, все. Ничего я с вами прощаюсь. Давайте пока. А у меня кровать спер. Блин, да я вообще... Может, вам показалось? В смысле, показалось? Ты чё вообще? То есть ты на нас бочку гонишь? Да мы тебе вообще можем выгнать из деревни, понятно, за такие вот вообще дела? Да подождите, я не хочу, чтобы вы меня выгоняли, но вы понимаете, что это был не я. Может, вы перегрелись на солнышке? Ты чё совсем? Ты чё перегрелся? У тебя чё там, плюс 45, что ли? Нет, я как раз таки копаю подвал, чтобы было попрохладнее. Ага, у тебя, походу, дело плюс 45, и тебе уже плохо. Ладно, жители, ну все, если меня еще раз увидите где-то, скажите, хорошо? Ага, конечно, уже раздвоили личности, что ли? Блин, яичница раздвоения. Блин, ребята. Яичницы. Короче, ребята, я вообще ничего не понимаю, что происходит такое в этой деревне. В смысле, я там куда-то ухожу? Я вон, и вы сами, да вы сами, ребята, блин, видели, что я вон сижу спокойно, никого не трогаю, копаю, блин, себе подвал. Ну-ка, смотрите, ребята, здесь еще можно даже поглубже сделать. Ой, все, кажется, ребята, больше глубже это. О, вот так вот глубже, ребята, делать не надо. Ну вот, пишите. Хулиган! Чё? Ты чё, идёшь или нет? Куда? Ну ты же сказал, что со мной пойдёшь на рыбалку. Нет, я ничего не говорил, иди сам. А зачем? Зачем я тогда червей накопался? Ты сказал, что и мы с тобой сейчас на рыбалку пойдём. Когда я сказал? Ну в смысле, 5 минут назад сказал, копай червей, так. Пойдём на рыбалку. Всё, мне это надоело, я пошёл. Блин, ребята, без меня на рыбалку? Да не на рыбалку, я вернусь вечером, с тобой сходим, через час, договорились? А зачем я тогда сейчас червей копал? Ну побольше иди накопай еще. Нет, ребята, ладно. Пошел я посмотрю за бабкой, ребята, блин, мне кажется, или бабка что-то опять сделала. Может, она жителем какой-нибудь, я не знаю, может быть, глюк-эффект она какой-нибудь на жителей наложила. Ну вы видели, я, блин, ничего не говорил. Вообще, где бабка, интересно? Давайте, ребята, посмотрим по окошкам. Где? Опа, она. Ребята, смотрите, в зелеварке стоит. Тихонечко. Отлично. Так, это у нас что? Ну-ка. Ага. Понюхаем. Так, о, вот отлично. Вот это, о, конечно, зелье нормальное, вот это нормально. Так, зеленого какое у меня тут? Что она там делает, ребята? Попрыгунчика будет. В смысле? Отлично. Ну ничего. Скоро я столько клонов сделаю, что они его точно выгонят из деревни. Теперь он будет... Он будет теперь... Подождите. Изгоем будет.
Я сказала, что я ему отомщу, значит, отомщу. Получается, так, что? Значит, это что? Бабка? Подождите, ребята, бабка что, создала так, моих клонов? Ага. Серьезно? Это что? Ага. Тихо, надо узнать, где они. Так, неуклюжести. А если он будет неуклюжий, значит, он разрушит полдеревни, значит, ну, нормально. Так, тогда ребята, они его 100% выкинут. Какие зелки-то, ребята, пока я не знаю, где что находится. Так. Давайте попытаемся, может быть, ее сжечь. Так, сжечь, ребята, ее зельеварку. Так, 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 так. Голубчики, я уже еду. Так, ребята, давайте пока вот так вот кинем. Ну-ка. Так, это сюда. Ребята, давайте на стену с зельками. Это... Он вроде попал, ну-ка. А чё... А как... А чё это у меня... А чё это у меня горит-то, Ого, ребята. А чё это у меня... Смотрите. Нет, подождите. Вот а это нормально. А как эта лава-то у меня потекла-то? Ёпер, не болит. Смотрите, ребята. Я что-то... Не то, что причём делаю, это... ё-моё. Причём, ребята, смотрите, это наверху. Ё-моё. Да. Ё-моё. Так, успокойся, успокойся. Так, давай, ребята, давай. Все эти зельки срочно вот так ударить туда. Вот, подождите, вот сверху. Это сверху капает же! Подождите, так. Так, там же... Там тихо, же ребята, моя зельварка находится! Все зельки вроде которые... Ёперный балет! Так, бежим! Вот так! Так, что такое, а? А где папка-то, ребята? Ёшкин кошкин! Так, ну что это... Ого! А что это тут такое-то, а? Что тут происходит-то? Так, ребята, надо... Поняла. Надо нам пробежаться по дому, посмотреть, где там мои клоны. Так, ну-ка. И какие там мои клоны? Затопила половину моей зелья! Может, она их на кухне откармливает, ребята? Я-то люблю покушать. Может быть, на кухоньке? Так, ну-ка. Это кто-то тут ходит! Так, никого нет. Поняла. Так. Я не поняла. А ты откуда ты взял? Чё, крыша прохудилась? Такой там же вроде лавы дождя-то нету. Так, ребята, в этой комнате? Нет, в этой, ребята, комнате тоже нету. Я не понимаю, это что такое вообще? Не понимаю вообще ничего! Ребята, здесь ничего нету. А, точно. А может быть, она на третьем их хранит. Так, давайте-ка посмотрим. Ничего не понимаю. Так. Это же просто купить. Может, вот здесь? А, блин, ребята, как я сразу не догадался. Это же ведь, скорее всего, в подвале. Так. Так, надо их срочно перевести. Не дай бог, сгорят еще. О, ребята, слышите? Так. А где они могут быть? Может быть, правда в подвале? Так, ребята, так, срочно отсюда улететь. Надо спасаться. Надо всех спасать. Так, так, ребята, голубчики, переезжаем, голубчики так, мои. Ребята, надо попробовать мощнецкий динамит. Вот такой X-100. Так. Ну-ка. Вот так, ребята. И там бежит. Ну-ка. Так, так, ребята, быстро все собираемся. Так, хулиганы. Хулиганы, за мной. Ё-моё. Ребята, так, надо быстрее выбираться. Давайте, выходите все. Все выходите, говорю, что вы тут столпились, пошлите. Так, невидимку, сейчас ребята. Я вас переведу, сейчас так, я вас переведу, я вам говорю. Срочно пьем невидимку. Сейчас так. Вы у меня будете в тюрьме сидеть. Отлично. Лучше. Там-то вас точно никто не найдет. Так, ребята. Выходим по одному. А, я вам сейчас прокопаю, Так, куда сейчас, подождите. Ребята? Вот! Все, выходим наружу, вот, так, ребята, лестница, вперед. Кидаем лаву. Давайте, вперед и спей с ними. Ну-ка. О, надо вас всех спасти. Вы побольше, теперь у меня будете побольше, незаменимыми ребята. Хулиганами. Так. О, это что? Топим. А что, ребята? А что это происходит? Так, тихо. Тихо, так, ребята. Никого нет, и сама лава делается. Так, ребята, это смотрите. Что? Это кто здесь? Почти все прогорело. Так, тихо. Я спрашиваю, смотрите. Кто здесь? Отлично. А теперь? Мои эксперименты, мои клоны! Так, ребята, теперь все это замуруем водой. Ё-моё, ну это что такое-то? Ну-ка. Ничего не понимаю, что происходит. Так, неужели кто-то прознал? О! Так, ну-ка. Ну-ка. Так. Никого нету. Спокойненько. Так, пойду-ка в деревню схожу. Ой. Спрошу-ка. Ну-ка. Надо выяснить, кто это. Так. Что это тут делает? Ну-ка, ребята. Так. Надо молочко. Жители! Так. Молодцы. О, слушай, чего? Жители, что, бабка такое? Что случилось? А ты где? Ну тут я. Где? Ну грядки я собираю, а что? Какие грядки? Вот эти, а что такое? Что-то я не вижу, чтобы тут что-то было собрано. Так я только что посадил все, конечно. Где ты был? Здесь. Где здесь? Бабка, ну ладно. Бабка, да он со мной на рыбалку собрался, а потом собрался, короче, из деревни уходить. А еще кровать украл. Я? Нет, бабка, это не я. А, значит так, да? А сейчас бегу.
Папка, ну я халтурил, вот тут спал, в доме в этом. Жители где сказали спал? Грядку убирать. А где ты... кровать? Где ты спал, я тебе говорю? Ну, жители украл кровать и все, и спал. Угу, ага, то есть ага. Так, да? Да. То есть а ты мне думаешь, правду говоришь? Хорошо, ладно. А что случилось-то? Занимайся, занимайся делами. Не-не, ничего. Ничего не случилось? Будет ему в чай зелье правды подмешать, посмотрим. Ребята, ну конечно. Ага, буду я пить ее чай, конечно, разбежалась она. Блин, ребята, офигеть, бабка. А! Ты ко мне вечерком заходи. После рыбалки карасей принесу, ага. А, давай, я тебя вкусным ага. чаем угощу. Конечно, ребята. Бабка Гренни создала, короче, 1000 моих клонов. И это мега жесть, короче, ребята. Ладно, вы сейчас меня обязательно поддержите. Нажимайте на видео, которое видите на своих экранах. Всем удачки, всем пока-пока.